Мы сейчас идем с вами. Мы приехали в такой город большой, где огромный торговый центр, куда приезжают люди даже из Лондона. Потому что здесь очень много магазинов. И сейчас я вам показываю, где это находится. Это, видите, у нас сегодня здесь, в Англии, знаете, какая температура? 26 градусов жары. В общем, климат изменился. И знаете еще что? Вот когда во всех странах носили маски, а нам нужно было не носить. И вдруг неделю назад сказали, что вот в магазины нужно заходить в масках. Поэтому вот на мне сейчас маска. Так что не очень удобно, конечно, но что поделаешь. Ой, а здесь, где телефонная будка, жил постоянно бездомный. Он постелил все матрасы и жил и зимой, и летом. Кстати, я не знаю, где он сейчас, почему-то нет его. Ну что ж, мы сейчас будем проверять с вами очень такую, ну, как всегда, важную часть магазина. Это туалетные комнаты. Они же важны, правильно? Сейчас посмотрим, какая здесь. Видите, как красиво. Маски неудобно. Ой, жалко, они убрали. Они убрали. Здесь было очень красиво. Здесь были столики, мягкие диваны. А сейчас некрасиво. Ну ладно. Видите, как-то вот так. Странно. Жалко. Посмотрите, вот такие вот лампы. Ну вот понятно, да, где для мужчин, где для женщин. Я направляюсь вправо. Ну, лифт, плиз. Wait a minute. Yeah? Okay. What? Жалко, здесь не так красиво, как было раньше. Окей, я видел все. Что у нас тут? С подсветочкой. Это, конечно, не Харрods. Ну, что сделаешь? Пока вот так. Здесь у нас бумажки. Вытирать руки. А раньше было удобнее. Странно, обзумыла.